Всем добрый день. Пришла сегодня к знакомой, попросила снять на видео деревья, какие она делает из бисера. Вот это дева сакура. Точно не помнит она, как называется, но вроде дева сакура. Само дерево, ствол изготовлен в виде фигуры девушки с поднятыми вверх руками. Ну вот в процессе не удается нам снять видео. Вот показываю уже вам в готовом виде. Покрыто лаком. Здесь сначала покрашен ствол, сверху покрыт лаком. Следующее дерево — это сакура. Темный ствол. На темном стволе вырисовываются вот такие нежно-розовые листья и цветочки и листочки. Дерево смотрится очень нежно, и как в композиции бы смотрелось, и в готовом виде. В интерьере бы было вообще замечательно. Следующее деревце — это рябинка. Тоже, ну, как настоящий темный ствол. И вот поближе, если рассмотреть, гроздья рябины, покрытые снегом. Так вот, со всех сторон. Здесь ствол не крашен, а коричневые нитки идут. И покрыто лаком. Тоже очень красиво смотрится. Это снег. Да, я уже сказала. Вот сверху, как она выглядит. Очень нежненькая такая рябинка. Следующее дерево — это кедр. Кедр выглядит вообще замечательно. У него идут вот такие, как бы, вот иглы, ветки. Смотрится очень красиво в интерьере, нежно. Для основания можно вот здесь вот ствол сделан, корень у дерева прорисовывается, прямо сделано так. И камень, вот камень тут как бы вот как у ствола настоящего дерева. Тоже вот так смотрится кедр. Он тоже как бы зимний, да, что вот с белыми как бы вот снежиночками, что ли, на ветках. Замечательное деревце. Я прямо восхищаюсь. Ой, вот это я еще не видела. Только сейчас мне принесли, положили. Какая прелесть. Это сирень. Вот в процессе изготовления еще в самом начале вот такие веточки. Веточки. Здесь более тонкая проволока. Здесь уже прикручено к проволоке чуть потолще и начато обкручивать лейкопластырем. Вот для утолщения как бы вот веток. Вот как красиво смотрится. Очень нежно. Здесь вот сформирована такая веточка. И уже более серьезное дерево начинается плести. То есть вот уже более крупный ствол. И все присоединяется к большому стволу. И вот снизу как бы вот проволока, которая вставляется в основание какой-то посуды или чего-либо, то куда делает, и заливается вот это основание гипсом или алебастром, кто чем может, кто чем хочет. Ну и в заключении покажу вам. Это дуб. Ой, тихонько его мы
очень аккуратно, потому что он еще в самом-самом процессе. Он вот немного не докрашен, еще здесь ствол нужно подкрасить, цвет немного изменить. Веточки здесь вот мы подглянем немножко. Я уже как-то смотрела. Вот здесь прямо этот дубок, и у него вот прямо вот как они желуди. Вот посмотрите, как красиво желуди. Она вот сама придумала. Смотрится прям вот великолепно. Я смотрю и восхищаюсь. Вот, смотрите, вот здесь вот разделали нам показать. Вот так смотрится. Вон они, желудечки. Внизу кустик с цветочком, с ягодками. Моя аж прям. И вот здесь вот будет еще сидеть собачка. Собачку тоже. Собачка сделана тоже своими руками из глины. Вот такая композиция будет в общем плане. Очень красивая. Прямо такая необычная. Вот не видела я еще, чтобы был дуб и с желудями. Вот, спасибо всем за внимание. До новой встречи!